Бушующая в Португалии огненная стихия не хочет сдавать свои позиции. За последние сутки из опасных зон были эвакуированы жители нескольких деревень. Этот лесной пожар, начавшийся в поселке Арока, достиг городка Сан-Педро-ду-Сул. За считанные часы огонь проделал около 40 километров. Со стихией ведут борьбу сотни пожарных и 5 самолетов. Это нечестная, неравная борьба, потому что далеко не все зависит от нас. Важным фактором в борьбе со стихией является погода. Но мы делаем все, что можем, говорит командующий операцией Элисио Оливейра. Здесь в тушении пожаров задействованы более 800 человек. Их задача – обуздать стихию. Тяжелая ситуация складывается и на острове Мадейра, и в его административном центре Фуншал. Лесные пожары уничтожили 160 домов. Местные власти сообщили, что в настоящее время предположительно более 100 человек нуждаются в новом жилье. Это число не окончательное, предстоит еще уточнить, сколько человек поселились у родственников. Мы дома своего лишились в минувший вторник. С тех пор мы здесь, во временном центре. Ждем, будут ли нас куда-то переселять или нет. В тушении крупных очагов возгораний принимают участие два самолета МЧС России. Посильную помощь оказывают и местные жители.